Вот сейчас находимся на новогодней елке в Кремле Астраханском. Вот через такие рамки всех пропускают, все проверяют. Ну а вот наша новогодняя красавица. Главная елка Астрахани. Находится сразу при входе в Кремль. Вот такие вот сувенирные лавки внутри, где можно купить различные сувениры с астраханской символикой. Ну а сейчас я камеру повесил на голову и прогуляемся по территории Кремля и посмотрим, что здесь организовали. Че, не фоткай тебя, Маришка? Опа, смотри, на меня посмотри, на меня посмотри. Я тебя снимаю. Все. Стой, давай, иди сюда. Опа. Все. Вот еще один вход у нас. В глубине Кремля сделали огромную трибуну и организовали каток для детей и взрослых. Также вечером здесь проходит опера и балет, прямо на открытом воздухе. Вот так вот организованный искусственный каток. Здесь вот. Здесь вот качели. Вот дети играют. Смотри, как площадку построили. Она вон на горку, иди, говоришь. Иди на горку. Ну, пройдись, смотри. Маришка. Молодец! Здорово! Вот так вот выглядят стены Астраханского Кремля. Сверху можно было проехать раньше на повозке. Толщина стен доходит до 4 метров здесь. Вот я сейчас нахожусь у стены и смотрите, какая здесь толщина стен. Вот она арка в мой рост, и вот здесь вот, в принципе, около 3 метров, плюс еще дальше идет стена у нас получается. Вот так вот прогулялись по Кремлю, ну а на сегодня все, всем спасибо и пока.